клёв. Найс. Так, чё у меня там в чатике? Нет, не обязательно, понял. Кстати, Шак, скажи свой ВК, зачем? Лер, могла бы позвать меня, я уж понадеялся, воодушевился. Ребята обсуждали с вами, я совершенно что делали, вот это, никого не звал. Понял, Лер, окей. My God, is that amazing? Спасибо за фоллоу, я могу тебе купить вебку. Зачем, Джордан? Мне она не нужна. Здорово, Венер! Рад тебя видеть. Шаг преуменьшает свой размер рожи и поролоновых ушек. Да, я здоровый такой вообще. Так, хорошо. Плохо, что у меня дождь пошел, конечно. А, им пофигу, да? Отлично, тогда камнем наполняем. Так, Есть. Ну вот, здесь у нас, собственно, лава и будет делаться теперь. Not bad. Так, да, обратно камень я пихнуть не смогу, я забываю. У меня он там постоянно пока забит. Так, сейчас, ребят, секунду. Так, делай еще выше. Да ладно, Soul Hunter, да не упаду, не волнуйся. Коров корми, а то маловато их. Блин, я об этом уже подумал, что надо бы их по-хорошему размножать, но... Ты не представляешь, насколько мне это не делать. Кстати говоря, интересно, а что если размножить милку корову с обычной коровой? Можно ли это делать? Они пока рядышком. Блин, раз они рядышком, надо поспешить. Вперда! Прыжок, 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 прыжок. О, цветок. А что с тобой делать? Его просто собрать вот так? Оу. Ага, и он дает всего одну эссенцию. Оу. Оу. Уж проще, блин, мобов убивать, честное слово. Так, какие же ж эти... Здрасте. Нет, корова, иди туда. Туда иди. Туда. Да иди на размножение твою налево. Хватит идти вперед, иди назад. Блин, ну прямо как баран, честное слово. Назад иди. Так, ну-ка, обе две. Ать, оп. Им плевать друг на друга. Я понял. Учту свои ошибки. Я на Твиче впервые. Бывает так. Шаг, попробуй со второй стороны просто поставить собиралку. Какую... Подожди, собиралку ты имеешь в виду... Вот эту же самую? Я сомневаюсь, что она будет работать. Фишка в том, что я могу отсюда камни перебрасывать туда, по сути, вот сюда вот. Как вариант, но чтобы собиралка... Блин, они снова... Шняга. Да, этот дождик раздражает. Я думаю, что мне надо будет крышу сделать непосредственную. Чтобы этот дождик меня больше не раздражал заливом всего и вся, всего и всем. Так, здесь у меня пусто. Можно, кстати, камешек вполне себе... Интересно, а так будет работать? Нет, так не будет работать. То есть то, что я его просто ставлю, это не работает. Его надо непосредственно вот отсюда ставить. Так, но пока что мне плавить ничего не надо. Или надо? Вообще надо, на самом деле. Надо пойти и плавить. Так, секунду, редстоун сюда. Сейчас, допустим, мы поплавим что? Порох, хреновая идея. Алюминий, вот алюминий можно поплавить. И тин. Я не знаю, сочетается ли тин ор и алюминий ор, но посмотрим заодно. Их как раз у меня 9 выходит. Так, сюда. Забор сюда. Камень сюда еще. Камень разобьем как-нибудь. Точно разобьем. Так, баррел тоже сюда пока что пойдет. Сахарный тростник надо туда налево отнести. Ведро с водой можно пока здесь оставить, не суть важно. Так, перья сюда. Палки у меня, молот у меня. Магическая палка у меня. Так, значит, мы относим сюда... С другой стороны, так, да, пока что я отношу сахарный тростник, хорошо. Ням-ням-ням-ням, ты созрела? Нет, ладно.
Сейчас, сделай навес, сделаю потом. Не волнуйся. My God, is that amazing. Спасибо за фоллоу. Шака, нельзя настроить автоматическую разбивалку камня. В смысле настроить? В смысле, она у меня и так настроена. Вот у меня полный камень, здесь камни. На что настроить ее хочешь, Андерсон? Так, слава, есть еще. Ты, я говорю, ты хочешь, чтобы она автоматически подавала камень туда, например, да? В принципе, в теории, это можно сделать. Причем делается это с помощью подающих труб. Я, может быть, это даже видел, по сути-то. Но по факту мне это не особо нужно, потому что я с этим не хочу пока что разбираться. С этим придется разбираться со временем, безусловно, но пока нет. Пока что у меня голова другим занята. У меня голова занята другим, я хочу сделать себе кучу гравия, и из этой кучи гравия сделать себе кучу алмазов. Просто хочется. А еще хочу мобов убивать, потому что классно, потому что нравится. А, да, точно. Поплавить. Так, шлеп-шлеп. Вот, четко 10 штук всего. Плавится потихонечку. Вот оно у меня плавление. Плавление. Шака, про какой мод тебе Флат говорил? Честно, Лерка, я не помню. Просто не помню. Шак, так что насчет двустороннего сбора камней? Я просто отходил. А, двусторонний с обоих сторон? Можно, а зачем? Я думаю, что можно поставить к этому камню еще одну присоску и с этой стороны собирать. А зачем? Нахрена мне так много камня? Шаг, а я про то, чтобы не молотом ломать камень, а как-то автоматом, чтобы щебень, песок и далее получать, не тратить время на постройку стен. То есть ты про автоматическую разбивалку молотом, да? Ты знаешь что? А, может быть, есть вариант, я хрен его знает. То есть это все было... World... так, сейчас, не надо только. То есть если здесь вместо кирки поставить молот. Понимаешь? Я не знаю, ребят, кто разбирается в Sky Factory, скажите. Если здесь молот будет, будет ли это непосредственно сбор этого... гравия или нет? Вот что меня сейчас интересует. Красиво расплавилось. Смотри, молтон алюминием, молтон тин. Прикольно. Можно, собственно, наливать. Шлеп. Так, шлеп. Я не знаю пока, зачем мне конкретно алюминий нужен будет, да, вот этот вот, но... Черт его знает. Может пригодиться. А вообще можно его пока здесь даже оставить. Вот 4 алюминия я себе скрафтил. Пускай он пока что здесь будет. От меня же не зависит, они там есть и есть, мол, и все. Можно даже камешка побольше поплавить и сделать повыше ее. Чисто вот эту фиговину. Кстати, можно же две банки поставить, по идее, да? Чтобы дольше славой не париться. Как вариант. Такс. Не будет, да? Нет, надо отдельную машину. Этот мод не подстроен к экс-нихи. Ага. Как мне тогда сделать автоматическую разбивалку? Скажите мне, пожалуйста. Если вообще это возможно здесь, с моими модами это возможно сделать, да? Как мне сделать автоматическую разбивательную? Чтобы действительно у меня просто без палева из камня сразу делался гравий, из гравия песок, а из песка сразу пыль. Я бы не отказался. Вопрос, как это сделать? Мне надо еще автоулучшать эту ферму мобов, да? То есть, по сути, мне нужен день. Мне нужно открывать эту всю ферму сверху. И надо как-то делать так, чтобы они падали достаточно... Хотя... Может быть, просто шипов здесь поставить? На самом деле, ребят. А что мне мешает просто так здесь поставить шипы? А не умирать... Оу! Тирексовая шапка. Ни хрена себе. Забавно. Я придумал, как можно хоппером сделать сделать автор просеивания, а вот как авторазбивание хз. Не, автопросеивание тоже интересная вещь. Просто оно медленно будет идти, если его руками не тормошить. А вот авторазбивание, блин. Как в ЛС писать? /W пробел ник. Пробел сообщение. Так в ЛС пишется.
Нужно автохаммер. Так, еще одна шапка какая-то открыта. Автохаммер, говоришь? Так, ну-ка. Ага. Авто-энвил, автонаковальня, авто-энчант, авто-тул-стейшн, авто-чисел, автохаммер. Из алмазного молотка? Серьезно, блин? Есть даже автокомпресс хаммер. Ух, ёшкин друг. То есть самое тяжелое — это добыть алмазный молоток, да? То бишь нужно больше алмазов. То есть нужно больше гравия, который я буду раскапывать, чтобы получить больше алмазов. Будешь бордель. Господи, Лер, тебе что, одного борделя мало было? На ютубе же записан бордель живой, он даже до сих пор живой. Только я тут сохранил, по-моему, удалил. Но бордель, ты жив, цел, драконь, даже на ютубе. Ты хочешь, чтобы я и здесь бордель строил? Зачем? Так, что у меня в итоге? Флорал... Ага, это для каких-то кабелей, окей. Пускай будет. Так, еще одна эссенция. Эссенцию, кстати, можно сразу с собой забирать. Миниаль... Короче, какая-то новая башка. Отлично, порох. Костей еще больше. Так, ладно. Хотёп. Найс. Так, сюда еще эти эссенции. Блин, она жуть медленно растет, и она ни хрена не добывается на самом деле. Так, что мне надо сделать? Так, Шак, ты уверен, что ты этого хочешь? Ну, нужно больше борделей. То есть доставать много гравия не проблема. Компрессор Хармер делается из булыги. Нет, подожди, компрессор Хаммер... А, ты имеешь в виду... Стоп, в компрессор Хаммера можно разбивать компрессор булыги. Так у меня же они не компрессорные. Так. По поводу автохаммера я видел, но автохаммер вы видели. То есть, где канал, дай ссылку. Как обычно, даже слэш-шокерон можно спокойно себе ввести. В смысле, этот... Хаммер добывается непосредственно из... алмазов. То есть он алмазный там молоток. Там больше вариантов не было. Вот автохаммер. Не, алмазный молоток. Больше вариантов нет. Ну и сделай компрессор булыгу. То есть булыжник, который просто в того самого, да? Так, давай лучше не этот. То есть ты... А, ну да, чтобы... Чтобы вот, да? И, короче, его потом компрессор хаммером разбивать. Банально, чтобы места много не занимало, так ведь? Ладно, давай попробуем, чего бы нет, все равно быстрее все будет. Так, давайте-ка мы сделаем еще тогда... Мне на самом деле надо еще много молотков. Опа, а под много молотков мне надо еще и много палок. Палки! Так, палки. Так, допустим. Допустим. Так, строить так строить сразу так. Сломанный не пойдет. Такс. Ультрамолоток, блин, 9000, честное слово. Че, мне прямо заподлицо? Не, один лишний в итоге, кажется. Ладно. Да, допустим, два ультрамолотка, да? Дальше мы делаем этот спрессованный кобл. Коблстоун. Не знаю, мне почему-то не очень нравится говорить слово кобла. На шобл похоже, а шобл это нехорошо. Бред, конечно, ну ладно. Так, допустим. Сюда. Так, да давайте сразу целый стак, хрен ли там уже. Нужно больше камня. Сейчас сразу целый стак себе на того самого и потом разобью его. Разобью целому стаку лицо, прикольно будет. Так, 22, уже больше стака, ну да ладно. Раз уж камни насобирал, то почему бы и нет? 21, почти, so close.
Оу. Угу, не учел. Такс, такс. Сейчас будет немножко странно. Так, так, так. Шлеп. Ать. И дальше такой... Та-дам. Такс, окей же. Теперь сверху. Надо это все-таки куда-то ставить, а его ж... Ты, блин, серьезно? Ты что здесь забыл, зомби? Так, я даже... земля твою налево. Да, не только дружественное создание здесь будет респаться. Вот, теперь только дружественное. Чё-то я это как-то чуть-чуть не учел. На полшишечки. Это молот Тора, но такое, шаг, скажи, плюс, косы. Сказал. Заходите, там у Шака голосовочку запилил, томаты пристрелили. Чё ты там за голосовалочку пилил, а? Лерка, чё это за голосовалки, о которых я нифига не знаю? Сейчас меня вынуждают в ВК пойти. Если будет бордель, давайте забивать стороны мухаха. Господи, Лерка. Ты представляешь, что мне надо сделать, чтобы на борделе было темные и светлые стороны? Ты, наверное, не представляешь, что для этого надо сделать. Это надо реально... Это просто не порвать попу, это разорвать нахрен задницу надо будет. Ты помнишь, что я в аду делал? А ты понимаешь, что сейчас в ад попасть как-то очень сложно будет? Сложно, вата. Такое себе дело, блин. Так, сначала этот компресс. Слушай, а он же, по идее, с обычной коблой не связан, правильно? Так, надо тест. Тест. Раз-два. Так, где бы мне этот тест провести? Я уж лучше действительно проведу сам свой тест, нежели буду кому-то что-то говорить. Вот. Так. И вот так. Отлично. Работает. Добывает сразу 9, окей. Значит, можно вот этот компресс кобл ставить непосредственно на сам кобл. От этого ничего плохого не случится. То есть можно банально вот так вот расставлять. Вы представляете, сколько у меня сейчас гравия будет, а? Это просто забей. Так. Представляешь, как укрепляй булочки. Ну, я думаю, ты понимаешь, что это не скоро будет, да? Мне до телепорта в какие-либо другие миры еще как пешком до Китая, а потом обратно, а потом еще столько же раз 500. Ты же видишь, я потихонечку, по чуть-чуть развиваю здесь. Шлеп. Эй, а йо? Я не понял. Че, на него йо не работает? Серьезно? Эй, на него йо не работает. Дальше сжимай. Я знаю, что надо сделать дабл компресс, трипл компресс и так далее. Только... Слушайте, на него йо не работает. Ё-моё. Это мне надо вот так все вручную сделать? Бордели с шерсти... Еще лучше, блин, мне это шерсти надо просто жесть, какое количество будет. А у меня овца всего одна, между прочим. Блин, мне сейчас реально обидно. И вот здесь возникает вопрос, что проще? Реально сделать компресс или с помощью ее это все дело разбивать? Строить и разбивать. Хотя, по сути, пока я разбиваю один... Черт его знает, вот серьезно. Построить больше и разбить ее, либо построить один и разбивать, ну, много и разбивать без. Шаг, а авто... Автокоп песка есть? Чтобы просто в сундук запихнул через правую кнопку мышки, он будет делать компресс. А, автокомпресска! А хрен ее знает, может быть и есть. Может быть, автокомпресс это тогда будет. Автосив... Автокомпрессор, да, есть автокомпрессор. Вот, пожалуйста, если надо, автокомпрессор есть. Чтобы не париться, сжимай 4 раза. Ты мне скажи, а молоток вот этот сжимной в 4 раза сможет разбить или нет? Вот этот вот молоток. Или мне надо этот молоток сжимать тоже в 4 раза? Ну, судя по всему, нет. Ладно, чтобы не париться, попробую сжать в 4 раза. Сжимай сильнее, шакал. Лерка, блин.
Меня больше всего расстроило, что не работает Йо. Я прям вот сейчас загрустил. Я прям вспомнил старые добрые начальные майн, ну вот этот ванильный, и прям без Йо так грустнело. Слушайте, а вот это вот сито, оно работает на X4, X8 компресс? X16, X256 или нет? Или можно только стандартный, ну, спрессованный в 2 в ней просеивать? Да, сможет, окей. А сито? Сито такое потянет обычно? Или надо ультра-супер-пупер сито? Или такое тоже сойдет? Так, ну вот, допустим, добыл я дохрена ли он гравий? Мне гравий надо просеивать, так ведь? Я делаю сначала суровый гравий. Так, и еще более суровый гравий. И еще. Вот, блин, вот почему у меня тут же все сбивается. Фыр. У меня почему-то. А, че я тут. Че я парюсь вообще? Просто вот так вот. Такс. Оп. Вот опять 4. Откуда 4 взялось? Вот твою налево. Вот откуда 4 взялось? Я... Моя не понимать. Серьезно. Вот чё... Что это за бред? My God, is that amazing? Спасибо за follow! Блин, честно, я не понимаю эту хрень больше. Никогда таких багов, лагов не было. А сейчас вот... Никогда такого не было, и вот опять повторилось. Угу. Турум. Турурурурум. Так, надо у сильной сито... У меня стоит сильная сито как раз. Шаг после 60 идет 128, а не 256. Я знаю, Андерсон. Так, сито называется Heavy Sieve. Оно у меня уже стоит, я же с помощью него как раз просеивал. Вопрос, может ли оно потянуть вот эти вот... Вот что это за... Ж. Я все сказал. Серьезно, я этого не понимаю. Ладно, пускай будет так. А, еще больше сжимать нельзя. Слушайте, для трипл компрессора надо что-то еще покруче, да? My God, is that amazing? Спасибо за follow. Ладно, так как гравий нам надо просеивать, окей же. Не, оно не может, смотрите. Оно это ультра дабл компресс не сможет просеять. Надо что-то другое. Надо еще более крутой сито, наверное. Привет, как дела? Здорово, да вроде неплохо. Заметьте, как у меня рапира, блин, быстро бьет. Это вообще забей. Так, мозги зомби и так далее и тому подобное. Так, как мне сделать какой-нибудь ультрасито, который сможет двойной спрессованный гравий разбивать? Привет, привет. Здорово, ребят, да. Так, сито. Сиев. Автоматическое сито есть, окей. Augment Secondary Seat. Не оно мне случаем нужно, не аугментация мне ли нужна? Auto Heavy Seat, Mana Seat. Ну вот максимум, что здесь есть, это Heavy Seat, понимаете? Более Heavy Seat нельзя, или можно? Auto Heavy Seat можно только сделать. Нет круче. Ну, блин, и как мне тогда двойной спрессованный гравий? Во-первых, как мне тогда из двойного спрессованного гравия сделать одиночный? Ага, окей, значит можно. А как мне тогда... Можно, в принципе, автосеялку поставить, но по сути-то... Если есть возможность спрессовать гравий вдвойне, почему бы тогда не сделать это? Что это было? В смысле, Джордан? Я как раз могу пока чатик почитать, пока я все это сеять буду. А, ты по поводу правил? Так это просто, ну, небольшие правила канала. Просто, чтобы на канале было приятно находиться. Вот и все. Это ничего не было, это просто правило. Видимо, для этого и существует автосит. Смотрите, то есть мы сначала строим... Блин! Нужны трубы, во-первых, да? То есть мы сначала сделаем генератор коблстоуна, после генератора ставим автокомпрессор, после автокомпрессора ставим автосеялку, а после автосеялки ставим сундук.
Видимо так, алмаз, если алмаз был, то это очень хорошо, конечно. Да, алмазик у меня уже есть, даже изумруд уже есть, блин. Даже изумруд, на самом деле такое себе, конечно, алмаз поважнее будет, но хорошо, что хотя бы алмаз уже есть. Шак, у меня есть один вопрос, бывает. Привет, Шак, как делишки? Здорово, салатовый ник, делишки неплохо. Как называется песня на подписке OMFG-Hello? Кристал, ты странный, мы с тобой уже здоровались. Я даже лазурит уже 15 штук добыл, охренеть можно. Лазурит уже попой кушай. Что меня не может не радовать. Не, не то что попой кушай, в смысле, а такое. А энергию? Может за счет какого-нибудь лава-генератора, я даже не знаю. Энергия за счет лавы, по идее, должна подаваться первоначально всегда. My God, is that amazing? Спасибо за фоллоу! Шаг, я зеленый, смени мне цвет. Зачем мне тебе менять цвет, Андерсон? Будь зелененьким, Аки-огурчик. Два алмаза, четыре изумруда. Уже не кровать. Весьма-весьма не кровать. Слушайте, знаете, что интересно? Стоп. Мне нужен вот так вот, вот так вот. Один дабл компресс, вот один. Я попробую его разбить этим супер молотком. Мы посмотрим, что получится. Получится спрессованный песок или просто много песка? Вот что мне интересно. Сегодня только майн? Да, Абрикос, сегодня только майн. Здорово тебе. My God, is that amazing? Спасибо за фоллоу. Здорово, The Flash. Как долго я играю в эту карту? Второй стрим. Часов, наверное, уже 12. 13-14, где-то так. Тун-тун-тун. А здесь есть ветряные мельницы? Нет, я очень сильно сомневаюсь. Как долго длится стрим? Ребят, для этого команда есть, вполне себе. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Вот именно на это действие Бекон тогда и писал геймплей. Просто огромная надпись геймплей на полэкрана, чтобы не удивлять. 25 лазурита! Не кровать. Чё-то смотрю, как лазурит прибавляется, и чё-то понимаю, что это такая хрень вообще на самом деле. Надо по поводу генератора посмотреть. Так, дабл компресс, да, в руки. О, его нельзя просеивать, так. А если я тебе его разобью? То получится дабл компресс. Короче, с дабл компрессом нельзя сделать... А, HP ничего, блин. Только если вот так вот дальше просеивать. Тум-тум-тум. Кстати, да, действительно, в трололошка, вряд ли, братишка, но здорово. Действительно, надо не забыть сменить название. У нас сегодня 31 мая, сегодня последний день, когда у нас официально нимфочка. Вот. Завтра у нас уже не нимфа будет. Будет, но не нимфа. Так, отлично. Что, господи, целый стак, охренеть. Просто охренеть сколько всего. Стаки, 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 стаками погонять. Даже флинта больше одного стака уже. А флинтица. Не говоря уж про... кол, про уголь. Угля тоже завались. Так. Хорошо, железная руда. Окей же, что еще тут? Еще железная руда, два стака. Алюминиевая руда даже можно. Хм. Окей. Два алмазика. Шикарно. Сейчас посмотрим, будем ли мы форза алмаза вставлять или не надо. Посмотрим, посмотрим, посмотрим. Так, 32. Сейчас, что я хочу, значит, с печкой сделать, да? Я хочу сейчас выплавить все, что у меня в печке есть. Дальше запихнуть туда камни. Из камней выплавить больше, ну, камешков, да? My God, is that amazing? Спасибо за фоллоу. Больше, которые вот эти вот черные камни. Построить сверху еще один слой, и тогда у меня... Или не один слой, а может быть даже больше слоев. Черт его знает. И, собственно, чтобы у меня печка банально была выше. Вот. Шак, еще одно у тебя алмазы для... Так, у тебя алмазы для автохаммера есть? Да, есть, слушай, в натуре. Ровно два алмазика для автохаммера. Вопрос, нужен ли мне так сильно этот автохаммер, чтобы тратить на него два алмаза? Я прям даже не знаю. Или найдется куда более интересное применение алмазом? My God, is that amazing? Спасибо за фоллоу! Стаки на стаках и стаками погоняют, да?
Сколько у меня там... А, вот последний, да? Да, там больше ничего нету. Так, окей, последний был. Так, шик. Значит, размещаем здесь. А, дальше, обычный камень. Сначала так. Железо подождет тут. Нужен обычный камень. Сейчас. Шлеп. Так, пускай у меня обычный камень пока что плавится. Хм. Так, мям. Не то хотел сделать. Так, сюда. Плюс к обычному камню. Что мне надо? Мне надо лаву, кстати говоря. Ну-ка, обычный камень, иди сюда. Как раз то, что у меня в обычный камень тогда не входило, сейчас все запихаю в лаву. Непосредственно. Так, лава делается. Здесь надо бочки будет вытрюхать нафиг. Либо, кстати говоря, с помощью даста можно, в принципе, сделать себе глину. Я не знаю, зачем мне глина еще понадобится, но она понадобится может. Поэтому, чем просто так терять воду, вытрухая ее, наверное, проще сделать пыльку, а из пыльки сделать глину. Правильно? Наверное, да. Так. Как мне это сделать по-умному? По-умному мне надо взять еще один камешек. Ну, ладно. А, взяли не один в итоге. Так, сделать вот так вот. Так, дальше из компресс-коблы сделать компресс-гравий. Точнее, просто разбить, получить гравий и сделать компресс-гравий. Хорошо, что все они разбиваются отдельно. Так, с 36 такой жмяк. Прям компресс-гравий. Шлеп-шлеп. Шлеп-шлеп. Тун-тун. Хватит меня игнорить, я буду плакать. Что такое тасмит? Так. Тасмит. Нифига ты давно писала. Почему нимфу убьют? Так, шаг меня игнорит. Бывает. Почему нимфу убьют? Нимфу не убьют, а переименуют. Шаг, у тебя все странные, кроме... Все странные? То есть ты хотел, чтобы я это вслух почитал, что ли? Серьезно? Тасмит, ты чё? Почти один камушек взял. Да, почти. Его, понимаешь, его очень сложно взять именно один шт. Я не знаю, как мне надо ухитриться оттуда взять один шт камня. Когда их там много. Ты, кстати, Тасмит, ты пиши вот так вот на шокерона. Мне так проще гораздо... определять, кто мне что-то пишет, а кто между собой общается. Мне же выделяется вот это сообщение, поэтому так проще. Такс, отёп, 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 отёп. Та-дам! Так, сундуки чистые, отлично. Не сундуки, а бочки. Бочки, 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 бочки. Бочки чистые. Сюда глина у нас еще идет. Так, время, наверное, перелить лаву немножко. Сейчас переливанием только не крови, а лавы буду заниматься. Так, больше. Ать. Оп. Не-н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 е. Так, заполнили, 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 заполнили. Отлично. Просто заподлицо идет. Так, шлеп, 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 шлеп. Мем, шлеп, 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 шлеп. Туда идем. Мне еще топливо понадобится. Мем. Хм, забавно, там наверху может моб респаться. Реально весьма забавно. Так, 3500, в принципе, учитывая, что сейчас лава у меня будет дохренелен, да, можно сделать и вот так. А побежать? Спасибо. И вот так. Найс. Хм. Я ее не могу заполнить до конца. Ну, потому что я не знаю. Так, хорошо. Что там у меня по брикам выходит в итоге? Я, кстати, по идее могу еще раз в смелтере запихнуть, да? То есть еще больше камня. То есть вот так вот. И пока я буду добывать отсюда брики, они продолжат плавиться. Прочитай мое сообщение. Зачем мне вслух его читать? Я его читал. My girl is that amazing. Спасибо за фоллоу. Нет, не помню тебя. Если ты про это. Не крафть автохаммер, он бесполезен сначала. Понял, окей, не буду. Ты меня весь день игноришь. Ну, сорян, Тасмит. Два сообщения выше, прости, пожалуйста, господи твою. А если автоломатель поставить под сундуком с камнем, он будет автоматически перемалывать коблу. Короче, автоматизация инкоминг. Если автоломатель поставить под сундуком с камнем,
Он будет автоматически переманить. Слушай, Рязанов, мне это надо? Скажи мне, пожалуйста, или нет? Вот серьезно. Секунду, ребят. Такс. Та-та-та-та, игнор обидка. Бывает такой, Сол. Та-та-та-та-та. Привет, здорово, Паша Микс. Воронку под стол ставь. Ты хочешь, чтобы я сюда поставил воронку, чтобы у меня автоматически отсюда слитки туда перед того самого лезть, да? Автоматизация, блин. My God, is that amazing? Спасибо за фоллоу. Понимаете, ребят, я немного не... Я только начинаю изучать автоматизацию, поэтому для меня все это очень сильно дико. И, кстати, какую воронку? Как она будет называться? Автоматический гравий будет прибавляться. А Рязанов, я понимаю. Я вот сейчас думаю, это мне надо или нет? Вот у меня такие размышления. Мя? Чё, серьёзно? А, не поплавилось еще, ладно. Я сейчас реально думаю, мне нужен автоматический гравий или нет? Если сюда чисто воронку ставить под сундук. Во-первых, какую воронку? Вот такую же ли? Или это будет автомолоток стоять сейчас? Нет, это автосиф у нас было. Ауто. То есть, если я автохаммер поставлю, с алмазным хаммером, кстати говоря, то, по идее, он у меня... То есть, воронка, автохаммер, воронка, так получается. Всем привет, здорово. Хоппер, это и есть воронка. Ага, воронка. Окей. Куда ты эту воронку хочешь, чтобы я направлял? В автохаммер или нет? Баррел хаммер. Хоппинг. Забавно. Ну, сделаю я такую воронку, допустим. Поставлю я ее с сундука. Допустим. Куда? Шак, а как тебе донатить? Там есть замечательная картинка, которую Лерка нарисовала. С Лилит на ней. Называется Donation. На нее кликай, там будут донаты. Шак, не забывай, что переплавлять можно не в слитки, а в кубы, которые из 9 слитков. Андерсон, да, я помню, что для этого надо вот эту специальную фигню. Я пока что ее себе ставить не хочу. Я понимаю, что можно сразу из кубы переплавлять. Вполне себе. Сразу в кубы переплавлять. Так, по-моему, не хватило. У меня сейчас 13, да, мне надо еще камень плавить. Такс, сюда. Блин, хочется уже повыше сделать, но повыше... Сколько мне надо? Мне, получается, надо 12 блоков, так ведь? Чистых 12 блоков, чтобы сделать ее выше. То есть 3, 3, 3, 3. My God, is that amazing? Спасибо за фоллоу, я чуть туда не упал, честно. Мне на какой-то момент стало очень страшно. У меня пока что этих блоков всего 18. То есть 18 кирпичей. На 4 делим, 16 на 4, 4. Итого 6. Итого в половину того, что мне надо. Ужас. Шаг, скажи мяу? Нет. Ты видел новое видео? Дарк, я им не интересуюсь, и на моем стриме я не хочу о нем слышать. Мне уже про него рассказывали, я уже сам для себя решил, что это человек, который мне не интересен совсем. Поэтому про него, пожалуйста, не упоминайте. Как дела? Пойдет. Под стол из плавильни. Так, под стол из плавильни в сундук, да? Скажи мне, его на бок можно сделать? То есть не под, а вот так вот сбоку или нет? Я могу попробовать сделать. В принципе, у меня как раз железа хватает, по сути. Так, еще плавь. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Да. Один сундук и пять железа. Так, сундук, 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 сундук. Так, сюда идем. Ж есть. Ж. Вот. Один сундук. Раз, два, три, четыре, пять. Так, допустим, есть воронка. Допустим. Так, если я поставлю сбоку, это будет работать? Можно. Такс. Любишь Брим и Тамис Хэт? Да, неплохая. Что, чуть не пошел? Да!
Под стол и смелтери, чтобы... Так, это я понимаю. Так, колба для лавы тоже нужно. А, еще одну колбу для лавы для уровня нужно еще. Тебе еще лавовую энергию ставить надо так, чтобы... Чтобы один с блоков и один с лавой. Ага, понял, Аризанов. Окей же, понял, ребят. Лерка, блин. Так, мне интересно, пойдет ли в бок вот эта хрень. Так, сейчас камень. Нет. Видимо, только под, и то есть... Блин! А если я плавил... Если я эту хрень сделаю на уровне повыше, то тогда можно, в принципе, такое сделать, да? То есть вот именно здесь ее сделать. Выплавлять, правда, неудобно будет ни хрена. Фиг знает. Просто фиг знает. Просто у меня воронка так уйдет в никуда, в пустоту. Сейчас скажи, а деньги откуда снимаются? Откуда захочешь задонатить? Там тебе выбор предлагают. А трубы? Так. Тоже вариант. Окей, допустим. Я могу, в принципе, вниз прокопаться пол. Так, а трубы? Как сделать трубы? Пайп. Так, и какие мне трубы нужны? Кстати говоря. Простые трансфер-пайпы мне нужны или нет? Кстати, так труб просто 8 делается, я понял. То есть мне надо именно трансфер-пайпом пользоваться или нет? Скажите мне, пожалуйста. Опять же, я повторяю, для тех, кто только пришел, ребят, я в этом только начинаю разбираться, я еще новенький. Blocks 3, ingots 1. Лава расходуется, просто пипец, на эти камушки. Так, шаг. Помнишь, ты спрашивал про еще один уровень вниз построить в ачивку? Только вы можете для этого, типа, чтобы под землей сделать производство? Может быть, кстати говоря, Андерсон, вполне может быть. Не поднимай половильный, опусти пол ниже плинтуса. Может быть, действительно, для этого и говорили еще один пол, ну, еще один этаж нижний сделать. Возможно. Мне больше интересно, какие мне трубы нужны. Вот серьезно. То есть мне вот эти компресс... Не компресс, а как они? Трансфер пайп надо сделать, да? Или нет? Или вот это пластик... Ох, нихрена себе. Роу пластик. Не, из пластика что-то как-то нет. Или вот флюид пайп. Не, флюид пайп это, по идее, для жидкости, правильно? Хотя, может быть, как раз... Нет. Не-не-не-не-не. Мне нужны какие-то... Туалет пайп. Офигенно. Мне нужны действительно... То есть мне вот, вот огромное количество этих труб надо. Трубы из термала. Термал пайп. Подожди, а зачем термал пайп? У меня же не лава вытекает оттуда, правильно? Здорово. Привет, Рэдбой. Рэдбой. А, все, их нет. Да, вот у меня тоже вопрос. То есть, какие трубы мне при этом нужны? Я не помню, есть ли здесь индастриал крафт или нет. По-моему... Так, давайте так. Генератор. Изи. Эндергеник генератор. Термоэлектрический генератор. Биотопливный генератор. Генератор блок. Просто так. Solar... Оу, Solar Generator. Так, генераторов здесь полно. Просто полным-полно. Вот обычный генератор. Ёшкин дрын. Nether Brick. Так, драконим... Видимо, до генератора мне еще далеко, я понял. Драконика... А, вот это Драконик Эволюшн. Это из других Ender Eo. Extra Utilities. Вот он, генератор. Самый простой, который я могу себе позволить прямо сейчас. Это реально самый простой генератор, который я могу себе позволить прямо сейчас. Вопрос, на чем он, блин, работает. Furnace генератор. Furnace, кстати говоря, на угле, видимо. А вот и лава-генератор, например. Либо это генератор лавы, либо это генератор, который работает на лаве. Эндер-генератор. Так, редстоун.
Poison Generator. Блин, по-моему, это немножко не то все-таки. В термале разные трубы есть, термал, мод. Это я понял. У тебя микрофон крутый, я наушники подключил, так врубило. Бывает. Шаг, вот раньше скидывали, может, поможет понять. А, не, это я знаю, это для блоков, это немного не то. Survivors генератор работает на мясе, ни хрена себе. Так, магма, напиши ликвид, там будут квадратные трубы, хз, как называется. А, ну это я видел уже, то есть... Не-не-не, как его, пайп. Вот эти вот, да? Fluid pipe. Не liquid, а fluid, если ты эти имел в виду квадратные. Либо, ладно, давайте liquid напишем. Оу. Так, liquid... Так. Чё-то я здесь трубы не вижу, на самом деле. Transfer node для жидкостей, разве что, но... Я не знаю. Возможно, мне действительно просто трансфер ноут нужен, который... Ну, то есть еще раз крафтить трансфер ноут, только не для жидкости, да? А обычный, который будет куда-нибудь в ящик пересылать. Но должны же быть обычные, банально длинные трубы, правильно? Не, ну длинные трубы, банально обычные, должны... Они просто обязаны быть, нельзя без них. Тут нет индастриал крафта. Я понял, Порос, окей. Ну, потому что здесь труб таких нет. Здорово, Алан. Ладно, всем удачи, бобра. Давай, Дример, удачи тебе. А ведь мясо у тебя завались, зомби же. Я бы не сказал, что у меня слишком много их выпало, Рязанов. У меня не так, чтобы завались мясо. Под эндер-жидкостью. Вот это вот? Стоп, эндер-жидкость. Это где? Эндер-жидкость. Вот оно. Liquid Translocator. Так. Видимо, на самом деле нет. Это далеко не те трубы, которые я желал увидеть, ты знаешь, вот с этой хренью. Честно, вот вообще далеко не то. Так. Экспресс-бас. Это все не то, не то. Разве что генератор какой-нибудь, Auto Tool Station, забавно. Ну вот мне предлагают здесь item транслокатор, но... Для этого нужна жемчужина Ender, а это что-то как-то жесть, что ли. Да. Я понял, что я ни хрена не понял, внезапно. Так, больше камня, богу камня. Так, надо дать еще лавы принести. А, ну, у нас с собой было, конечно. Так, 2800 надо еще приносить. Оп. Так. Надо еще камни сюда. Господи, везде теперь нужен камень. Ужас. Ать. Так, не-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 не. Больше камня, богу камня. My God, is that amazing? Спасибо за follow! Так, лаву мы отсюда забрали. И оп. Во, пойдет. Так. А билдкрафт есть? А хрен его знает. Предчасик? А? Предчасик, привет. Так, здорово, пасбрекер, да. Смотрю стрим уже к часу где-то. Смотри, так, трубы тебе нужны, чтобы по ним текла жидкость из печи. Вделку кирпичей. Дальше ты можешь поставить сундук по диагонали вниз под делку и к этому подключай воронку. А дальше сам закидывай камень в печку, и у тебя автоматически все будет. Не, это-то понятно. Фишка в том, что я не хочу вниз уходить. Либо уходить вниз, но трубами вывести наверх. Я не хочу под пол уходить именно. Выживальщика на угле, на мясо другой. Да, не суть важно на самом деле. Я просто когда играл, я играл единственный модифицированный Майнкрафт, в котором я хоть немножко играл, да, это был Ultimate сборка FTB, там был Industrial Craft, и там были совершенно обычные трубы, которые делались с помощью меди, по-моему, там обычно типа медные трубы, вот и все.
Трубы, которыми соединялись, и либо трубы, либо провода еще делались тоже, да? То есть, а здесь, видимо, трубы являются только одними. Вот именно то, что я показывал на крафт, да? То есть, пайп. Вот эти вот трубы, которые надо сделать. Вот этот, трансфер пайп. Видимо, этими трубами я сейчас на самом деле и займусь. Сейчас в любом случае надо пробовать, да? Я думаю, вы все согласитесь. Так, кстати говоря, как мне еще раз этот танк сделать? По-моему, вокруг обычные кирпичики, а по центру стекло, да? Да, вот он. Так, 7, 9, отлично. Так, ну еще один уровень у меня хватает. Такс. Так. Оп, ать. Так, раз, два, три. Раз, два. Раз, два, три. Так, оп. Раз. Блин! Я идиот, надо было 12, а не 9. Мям! Ладно, почти хватило. Надо совсем немножко, надо еще 8 слитков. Остается только краник вовремя дергать, да? То есть все, что вы мне предлагаете, вот это вот с трубой, вот с этой хренью, сделать это просто для того, чтобы лишний раз не нажимать один раз ПКМ. В итоге, да? В одних модах трубы с названием пайп, в других кондукт. В ФТБ слились, ибо Industrial Craft не добавляют, так как там теперь все слишком сложно. Окей. Так, как еще Ну-ка. Кондуит. Нет, здесь, видимо, этого нет. Хотя, я не знаю, может... Да не, вряд ли это труба, да, переносится, которая. Как пишется, переносится. Вряд ли. Ребят, сколько слухом майна стоит? Только что узнавали, что в районе 2000 рублей. Это просто охренеть. Сделал второй уровень, у тебя хватает, только сделай резервуар под лаву и ставьте ее на ту же, которая ниже. Да. Почти хватило, почти. Сейчас вот будет 8-й слиток, и все будет ок. Мям. Вот. Шлеп. Так, сейчас мы это все заполним лавой. Так, оп. Давай. Шлеп. Шлеп же? Да, шлеп, нормально. Я только не понимаю, зачем два резервуара. То есть, у вас резервуар будет использоваться сначала один, потом другой? Либо как, я даже не знаю. Зачем два, вот серьезно. Если это все равно является одной смелтере, то есть одной единственной. Могу ли я просто первый этаж весь из резервуаров, например, сделать? А второй этаж уже не трогать. То есть вот в этом мой вопрос сейчас. Окей, это работает. Камень плавится. Ведь камни до хрена вместилось. То есть, ну, а тратится только вот это, по идее, лава. Или нет? Да, тратится только вот эта нижняя лава. Верхняя почему-то вообще не тратится. Либо это просто так, на всякий случай. Труба, да? Окей. Шаг, блин, чё, Джордан? Ну, ты же понимаешь, я не могу все читать постоянно. Я опять же повторюсь. Шаг, а с чего деньги снимают, если... Да, значит, я же говорил, какой способ выберешь, того и снимают. Хочешь зажриться или нет, Нубичина, спасибо. Пока Лера не видит бунт, Лера всё видит. Я тебе больше скажу, я тоже все вижу. Не надо здесь бунтовать, обломается. Ну, или не обломится, это смотря кому как. Так, раз, два, три, четыре. Отлично, на всякий случай лава есть, я даже еще одну с собой возьму, чтобы ведро лавы у меня было. Я могу еще камни сюда запихнуть? Нет, еще не могу, ладно. Так, ведро с лавы есть, смелтери есть. Крафтится, да. Камни, допустим, сюда. Допустим, так. Да, я же хотел себе еще этот... Мям. Воронка. Трубы. Давайте я все-таки сделаю, попробую трансфер пай сделать. Выше чего, кот? Лон, объединиться должны были соли дизинфа. Ну вот, не объединились. 3 на 3 или 5 на 5 хватит. Круто играешь, Шак. Вряд ли. Ты про что, кот? А зачем тебе под угол уходить? Сделай котлован просто. Так не хочу, вот-вот мям. Я понимаю, что котлован 3 на 3 или 5 на 5 хватит вполне себе. Я не хочу этого...
Вот лично я, моя нехотелка, понимаешь? Вот в этом вся проблема. Просто оно мое личное нехотелко. Вот и все. Я понимаю, что мне сейчас придется спускаться. Для этого, скорее всего, придется использовать воду, кстати говоря. Так, где мое ведро с водой? Спускаться, построить, попробовать еще один уровень, как минимум. И тогда уже посмотреть, что будет. У меня, кстати, тростник вырос, надо будет его собрать. Я этого просто банально не хотел. Так, вода. Стремно, пипец. Особенно все мое тереть. Ну-ка я все мое пока здесь оставлю. Пока я этим заниматься буду. Так, еще один блок, да. Уип. Так, давай уип. Так, как мы это будем делать? Допустим, вот так, да? И еще ниже. Не удивляйтесь щелчкам, у меня клавиатура механическая. Это, в принципе, нормально. Так, подышали. Отлично. Так, шлеп. А, здесь моб будет респаться сейчас. Угу. Приятно будет, аж жуть. Так, факела, идите сюда. Так, все, мобов здесь больше не будет, допустим. Ну, допустим, я сделаю себе целую вот реальную площадку. Просто реальную площадку специально. Блин, кирки нет. Хотя, ладно, пофигу. Сначала я... мне нужна магическая палочка моя. Ей проще всего делать. Так, магическая палка. Сюда иди. Так-с. Просто шлеп. 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 Так, в сторону. Так-с. В сторону. В сторону. В сторону. В сторону. Так, ну, допустим, да? Вот просто допустим. Так-с. Сейчас надо нафиг убрать эту воду. И сделать какой-нибудь, наверное, подъем, что ли. Ну или спуск, я даже не знаю. Либо просто лестницу поставить, мало ли. Так, вода, иди сюда обратно. Хм, вот это все свое обратно надо с собой взять. Так, все взял? Вроде все взял. Один. Так, раз, три, два, четыре. Все. Так, теперь что? Что там чатик не то прочитал? Я говорю, fluid conduct, перевод, проводник жидкостей. По логике подходит по трубу. Он просто выглядит как один большой блок. Не, я не спорю, что это может быть труба, да? Но он просто внешне чисто выглядит как очень странное, как одна очень один очень странный блок, понимаешь? Именно это меня в первую очередь смутило. Может быть, подходит, я не спорю, сейчас надо будет все пробовать, это дело. Так, мне нужна лестница. Лестница, лестница. Сюда иди. Так-с. Шлеп. Допустим, блок. Допустим, раз, два, допустим. Так-с. И здесь тоже сделать обычный блок. Целый. Угу. Ать, оп. Ать, шлеп. Так, допустим. Здесь что я должен теперь был сделать? My girl, is that amazing? Спасибо за follow! Я должен был поставить сюда воронку, так ведь? Вот так. Воронка. Дальше под воронку я должен был поставить сундук. Так, так, так. Сейчас еще один сундучок. Сундучок у меня будет. Сундук, сундук, сундук. Я же много создал. Вот они. Так, допустим, сундук. Угу. Еп. Я помню, что у бекона, на самом деле, то есть у Bacon Donut, да, у него какие-то трубы шли. Я только не знаю, что это за трубы. В этом весь прикол. Я знаю, что у него трубы действительно были. Оп, убирается. Окей. Автоматически убирается сюда, только он по пайпухе достаточно долго проходит еще. Вот, вопрос. Какие трубы он использовал? Ладно, всем пока, пора идти. Давай, удачи. Что за клава-то внизу написано в описании? Вопрос, какие у него, блин, мать его, трубы. Скорее всего, у него реально трансфер пайп. Я сейчас попробую их еще сделать и тогда посмотрим. Вот давайте чисто, просто чисто проба, да? Мне нужны алюминиевые либо железные слитки. Оно у меня было.
Да, вот, например, 6 алюминиевых у меня есть, да? Так, плюс мне надо 2 стекла и что еще? 2 стекла и редстоун. 2 стекла тоже было. Редстоуна просто завались, накопал себе. Насеял, точнее. Насеял себе редстоунчика. Так. И, собственно, крафт-стол. Вот так вот делаем. Шлеп, шлеп. Почему он только автоматически не заполняется? Блин, хотелось бы, чтобы он автоматом заполнялся. Так, ну, допустим, вот так вот. Вот, трансфер пайп, да? Дальше мы берем эту пайпуху. Так, сначала мы делаем вот так. Мы берем эту пайп. Ставим сюда. Сюда. Да, у него, по-моему, вот эти трубы как раз были. Так, ага. Да ладно, то есть не обязательно... Не, не то. Интересно, чем они вырубаются лучше? Оп, оп. Так, ну и допустим, я не знаю, допустим, давай еще раз наверх. И в какой-нибудь вот сюда вот сундук. Я просто хочу сделать очень ломаную линию, да? Чтобы понять, она у меня в любом случае в сундук пойдет или нет. В сундук. Такс. Допустим. Так, шлеп. Все еще здесь, все еще здесь, все еще здесь, все еще здесь. Не, видимо, не подходит, кстати говоря. То есть она реально из пайпы не уходит никуда. Воронка не работает сейчас вот так вот на трубу. Блин. Ать, я сказал. Да. Не работает. Флюидакт он использовал. Что? Item duct? Не понял. Ну-ка. Item duct. Такс. Флюидакт, item duct. Оно слитно вообще пишется или так, как вы написали? Mondo Ender IO Fluid Item Duct. А если слитно? А, вот. Угу. Угу. Это Thermal Dynamics мод. Это мод Thermal Dynamics, все. Эндрю мод. Да я вижу, Ксалепа. Просто это немножко не он. Если Item Duct использовать или Liquid Duct, я тут думаю, он тоже есть. Причем Harden... То есть, это какой-то... Это какое-то особенное стекло. Видимо, это не... серьезно, это не простое стекло. Ну, собственно, блин. Короче, эти трубы не работают. Вот. Подведем итог. Эти трубы пока что не работают. Так, эти трубы я скрафтил просто так. Я думаю, они мне в итоге все равно понадобятся, но сейчас они у меня не работают. Вообще. Нет, вот-вот-вот-вот-вот. Сюда трубы шлеп. Кстати говоря, пока я об этом вспомнил. О, что у меня еще? У меня еще на халяву коровы, походу, появились. Да, у меня действительно на халяву появились коровы. У меня афрокурица, человека-курица. У меня куриц вообще что-то здесь заспомнилось просто огромное количество. Афрокурица вообще топчик. Вот реально, афрокурица просто... Такс. Окей, сегодня мы узнали что-то новенькое. Например, то, что те трубы не подходят. Так, яблоки. Ням-ням-ням. Для них серво нужен. У тебя есть тин. Да, я знаю. А стекло ты можешь в песке сделать. Это окей. Попробуй штуку скоблы вместо воронки. То есть трансфер ноут вместо воронки, чтобы она... Ты думаешь, она будет что-то передавать? Ты думаешь, она работает как воронка, только нет? Т.
Трансферт Note Energy, кстати говоря. Работает ли эта штука только не как воронка, мне интересно. А ты думаешь, она будет в трубы сама передавать? То есть воронка не обладает, мол, хоть какой-нибудь силой, чтобы передавать в трубы вещи? Да, опять же, можно пробовать. Сейчас можно пробовать HP, все. Я ж только учусь, правильно? Правильно. Учиться никогда не поздно. Так, еще раз, что для тебя нужно? Блок Ростон, два Ростона, сундук. А, два обожжённых камня. Два обожжённых камня, сундук вроде как есть. Трансфер пайп. Так, блок, два редстоуна, сундук, два камня. А, и пайпуха рядом. Оп, ать, оп. Найс. Так, еще один трансфер ноут. Допустим. Оп. Здрасте. Так, отлично. Вороночку забрали. Допустим, трансфер ноут. Так, допустим, мы сейчас трубы себе возьмем. Попытка номер две. Хотя я думаю, что для его работы все равно требуется какая-нибудь шняга. То есть он не будет работать просто так. Для его работы надо сюда будет что-нибудь втыкать. Стекло можешь в виске... Не, как стекло-то сделать, это я понимаю. Генератор камня, который тебе кучу камней делает, можно попробовать поставить как двигатель. Ага. Так, сейчас посмотрим. Мям. Так, да хотя бы сюда вниз, блин, неважно на самом деле. My God, is that amazing? Спасибо за фоллоу! А, да. Хоть, оп. Такс. Хоть, оп. My God, is that amazing? Спасибо за фоллоу! Так, ушел. Ушел ли? Да, вот это уже так работает. Окей, трансфер ноут, значит, работать будет. Нужна не воронка, нужен именно трансфер ноут. И он уже доставляет непосредственно в сундук все сразу. Причем с достаточно высокой скоростью, надо сказать. Так, а если я сейчас изменю? My God, is that amazing? Спасибо за follow. Так, если я трубы поставлю... Опять же, то, что я говорил, я не хочу, чтобы снизу у меня что-либо было. И куда? Ну, допустим, я, например, вот сюда вот непосредственно. Оу, стоп! А я же могу снизу присосать, правильно? Ать. Оп. Такс, ну-ка. Ну-ка, Вафел. Так, секунду, я сделаю полублок здесь даже. Вот так вот. Так, ну-ка. Смотрим, здесь у нас, вот, 12. Хлеп. 13. Та-дам! Вот эта шняга уже работает. Окей, доволен. Шикарно. Такс. Хорошо, можно пока что заливать. Как ты делаешь эти кирпичи? Я поставил плавиться обычный коблстоун. Вот обычный вот этот коблстоун я залил в смелтере, и, собственно, у меня кирпичи оттуда делались. Все, они у меня кончились, банально. Так, хорошо. Это победа. Это неплохо. Так, сюда все. Сейчас я распихаю обратно все по сумкам. По ящикам, точнее. Так, обычный камень. Так. Это у нас супер-пупер молотки. Супер-пупер молотки, кстати, тоже пока что можно сюда пихнуть. Лесенка у нас сюда идет. Обычный камень сюда куда-нибудь. Вот. Так, перья, яйца, редстоун. Ать, оп. Так, три яблока всего осталось. Надо больше тыблоков будет добывать. Хотя у меня целый стак их еще, но тем не менее. Надо будет заняться выращиванием деревьев, но сейчас надо заняться лейкой и выращиванием чего-нибудь на огороде. Так, и сюда еще, железный слиток. Шик! Так. Слитки. А, ну да, я же все это сделал, господи, твою налево. Я же все это сделал специально ради вот этих слитков, вот. Шлеп. Смотрите! Не работает. Фьюл все равно остается одно. Вот это вот топливо не будет использоваться. То есть оно вообще не будет использоваться, как факт. Потому что либо для него нужны еще одни мозги тогда. Такие пироги.
А рычаг поставь на контроллер, может он автоматом будет наливать. А куда на... Как я на него тебе рычаг поставлю? То есть, ну вот, сюда? И рычаг возле... Так, шаг, можно попробовать даже трансфер нот поставить сбоку, а не снизу. Кстати, да, тогда мне низ вообще не понадобится. То есть трансфер нот сюда и сюда сразу пойпу. Блин, можно. Можно попробовать, тогда мне низ вообще не понадобится. Я его убирать, конечно, не буду ломать нафиг. Но идея интересная. Так-с. Трюм-тюм-тюм. Блин, с рапирой так опасно назад прыгать. Так, не грави, не грави, кабла. Блин, вот приучили каблу называть каблой. Фэр. А, так, целый. Вот. Так. Теперь трансфер ноут сюда. Пайпуха. Эть, ать. Ну, по идее, да, по идее, это тоже будет работать сейчас. Так, один железный. My god, is that amazing. Спасибо за фоллоу. Да, это работает. Во, хорошее замечание. Значит, низ я сделал пока что просто так. Ну, типа, мол, пускай он будет. Все. Пускай будет низ, пускай будет проход сюда. Я не уверен, что я буду доводить его до полного состояния уровня и еще одного нижнего. Но, мол, пускай будет. Пока что. Так, отлично. Трубы работают, трансфер ноут работает. Трансфер ноут вообще, блин, царь и бог. Замечательно. Ладно, 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 не сейчас. Так, а рычаг поставить, да? Кажись, тоже робит там крафт. Там в крафтах банан. Бывает раньше шагом из дерева, тебе им камень. Что дальше? Да хрен его знает, что это будет дальше. Оно будет использоваться, но по очереди он показывает. Оу. А, она будет использоваться по очереди, окей. Шаг там банан в крафт. Да, окей, 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 окей. В экстра утилити есть красный блок, который автоматически выливает. Рычаг обычно бахнет туда. Да ладно, давай, сейчас я попробую обычный рычаг. А вообще, если в экстра утилити есть красный блок, который автоматически выливает, так, да, ок. Так, рычаг обычный. Из чего он делается, блин, я уже забыл. Из вот такого камня и палки, по-моему, да? Или из булыжника и палки? Не, из булыжника и палки. Эть, булыжник. Ну, допустим, рычаг. Допустим, бахнул. Он будет литься постоянно или нет? Нет. Он не льется постоянно. Надо каждый раз вверх-вниз рычаг жмякать. И это ни хрена не автоматизация. М-м. Я даже рычаг сюда поставлю на всякий-всякий. Такс. Где вы говорили так? Любой иной активатор красного сигнала. Не работает, Порус. В экстра утилити есть красный блок, который автоматически выливает. В экстра утилити есть красный блок, да? Экстра утилити. А, красный блок. Здесь даже блок с сердечками есть, офигеть. Эндермаркер. Экстра утилити, красный блок, который автоматом выливает. Наверняка какой-то из них, но, блин, в них разобраться это просто забей. Так, факел ничего не изменит. Факел редстоун, скоблы и палки, ты чего? Так, красный факел. Клоквер. Такс. Клок. О, господи, серьезно? My god, is that amazing. Спасибо за фоллоу. Может, клок мод сделать, а? Я как-то даже подумал. My god, is that amazing. Спасибо за фоллоу. Видишь, этого нету, клоквера такого. Я знаю, какой факел дает красный сигнал. Он ничего не изменит. Так, туда, наверное, повторитель какой-нибудь. Если повторитель, тогда да. На четвертой страничке второй столбик. Экстра... Утилитись. На четвертой страничке второй столбик. Speed, Extra Lady. Redstone Clock. Вы это имели в виду?
Мне его надо подставить над поливалкой или вместо блока в печке, вместо стены? Так, шаг, а там разве не две пипки вот эти, которые выливают? Одна маленькая ручная, а вторая автоматическая, сорян, если проверяли уже. Во-первых, да, мне что-то про автоматическую говорили, хорошая идея на самом деле. Сиарет. Есть вот эта вот маленькая, а была еще какая-то здоровая зараза. Такс. Сейчас будем пробовать. Надо автоматическую, вот эту большую, попробовать. Только я действительно сомневаюсь, что она будет именно автоматом выливать. Ну-ка. Такс. Есть. Стекло не нужно. Вот эта мелкая хрень, вот эта большая хрень. Channel. Но только я не знаю, я не сомневаюсь, что она будет на самом деле автоматической, серьезно. То есть сделать-то не проблема, это фигня полная. Их 4. Ты знаешь, я думаю, что это просто куда-нибудь надо выливать. То есть непосредственно не из нее, да, а куда-нибудь, вот туда подальше. Это непосредственно вблизи от смелтера выливает. Надо, он просто будет через время подавать красный сигнал. Понял, в книге должно быть. Да я думал, что в книге есть, однако в книге ни хрена на самом деле нет. Тут есть вот этот стол для слитков и этот для блоков. Вот и все. My God, is that amazing? Спасибо за фоллоу. И рецепты. То есть, собственно, чистое стекло из плавленного стекла, которое делается, и так далее, и тому подобное. Endstone. Резонант эндер, обсидиан. Ни хрена себе. Так, давайте попробуем эти часы сделать так. Это... как они назывались? Redstone Clock, что ли? Что-то такое было. 12 страниц. Сейчас, давайте... Нет. А, да, стоп, вот они. Для этого мне надо 4 редстоуна, редстоуновый факел и обычный камень. 4 редстоуна, редстоуновый факел и обычный камень. Как редстоуновый факел делать? Вспомню, по-моему. Так, оу! У меня как раз Ростона просто за подлицо хватает. Так, Ростоновый факел так делается? Так. Обычный камень. Сейчас все будем пробовать. Так. Че, опять наоборот, что ли? Так. Вот. Допустим, Redstone Clock. Шлеп. Вот, это работает. Да, действительно, вот это уже автоматизация. Вот это я понимаю. А я что-то... я что туда все железо уже запихнул? 55 слитков железа у меня сейчас будет. Хе-хей! Нормально. Так, отлично, автоматизировали, спасибо, ребят. Действительно, автоматизация пошла. Автоматизация процесса полнейшая вообще. Шикарно. Просто великолепно. Так, тихо. Сюда обычный камешек. И книжку, да, тоже сюда. Няйс. Так. Та-та-та, большая хрен для длинных проведений жидкости. Да, я понял уже. Шаг обмазывается железом со всех сторон. Прям в ощпе, не представляешь, как обмазываюсь. Так, ладно, здесь теперь. Мне надо больше земли, вот что я понял. Мне сейчас надо реально просто сделать больше земли. Я надеюсь, там у меня ничего не упало. Нет, два семечка всего, ок. Ух, я запарюсь с этими семенами, честно. Это просто забей. Так, оп. Давай, оп, оп, оп. Оп, морковка, прикольно. Так, сейчас. Сюда, сюда. Так. Блин, какой удобный крафт-стол, честное слово. Вот этот вот конкретный. Просто жуть, как удобно. Так, еще одна мини-косиц. Сюда. Так, мне надо еще земли. Мне надо, на самом деле, еще очень много земли. Здесь земля, я так понимаю, только из компресса этого будет делаться. То есть мне нужны ростки. Ага, вот они. У меня их, на самом деле, весьма большая куча. Нормально. То есть здесь только вот так вот земля, ребят, делается? Или как-то по-другому можно землю сделать? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ждем-с.
пока перегниет в компост. Джордан, перестань флудить. Тон-тон-тон-тон-тон-дон-дон-дон-дон. Морковку посади. А, точно. Еще одну морковку точно надо посадить. Чтобы больше банально было морковки. Хорошее замечание. Найс. Так, кстати говоря, оп. Оп, вот так вот. Лейку по-хорошему надо сделать, да, по идее? Так, water. Так, вот это вот, по идее. Так ведь? Четыре железных сли... А, надо вот это вот. Peaceful mod, mod only. Я даже не знаю, либо peaceful mod, либо целый делать, но, блин. Давай peaceful mod only. Четыре обычных камня плюс блюдечко. Так, блюдечко, блюдечко, блюдечко. Сюда, сюда, сюда. Так, 4 шита, одну сюда. И 4 камня. Ать, оп. Так, где ты тут? Ать. Оп. Так, раз, два, три, четыре. Шлеп. Я здесь даже... Хрена там, она не собирается. Не подходит. Peaceful мода, она просто у меня банально не хочет собраться в инвентарь. Ох, железо-то все делается и делается и делается сверху, охренеть как можно. Классно, просто лепота реальная. Так, что мне еще надо? Мне нужна костяная мука. Она у меня где? Она у меня здесь. Так, окей. Нет. Вот так. Раз, два, три, четыре. Что? Это что было? Iron Rod. Impressive Engineering. А не это ли... Нет, это просто железная палка. Это должна быть просто железная палка. Это не труба, не труба, не труба. О, а вот это удочка... Это не удочка, а лейка сделалась. Да, вот он делает то же самое. Только я не уверен, что ее надо... А, вот она уже не пустая. Так, допустим. И что теперь будет, если я буду поливать? Да, они действительно растут намного быстрее. Поливайка, полилейка. Прикольно. Я не знаю, зачем их тогда бекон выращивал в огромных количествах. Я знаю, что он на это убил достаточно приличную кучу времени. Такс. А, не, ПКМ не действует. Мне надо постоянно заново ее сажать. Так, окей, но то же самое, в принципе, может действовать и вот здесь вот, правильно ведь? Да, во, как расти начинает-то, ё-моё. А рапира разве на не макс прокачана? Хрен его знает. Поиграй на Джевсокрафт, нет. Peaceful Mod, это, наверное, без мобов, просто постройка, возможно. Сделал ножницы, собирай листву, суй ее как саженцы, дешевле. Да, сейчас дешевле, я тогда не хотел ножницы создавать вообще, то есть, да? Потому что... этим. Потому что железа не было. А сейчас, да, вот сейчас это замечание имеет место быть. Потому что действительно с листвой будет дешевле. И это хорошее замечание, опять же. Только мне нужна одна земелька. Вот буквально для одного деревца. Где-нибудь тут. И шлеп. Так, растенец, растенец, растенец. Одно. Одно что-то растение. Надо опять пожрать, 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 господи. Так, каменный крюк, иди сюда. Так, это мы пока положим сюда здесь. Так, тверк. Личный тверк ради дерева. А, ножницы, точно. Ни хрена себе, у меня баобаб сразу вырос, ё-моё. Так, слитки вроде как все перевод... 61 слиток, класс. Раз, два, три, четыре. И шлёп, шлёп. Двое ножниц есть. Так, соскучился по своему любимому. Йо! Минус один ножницы. Йо! Минус второй ножницы. Почти. Блин, что-то железо-то... Хотя, с другой стороны, мне вот этого должно хватить на такое количество неприличное этого... земли. Вот это листва чисто, что просто забей. Вот серьезно. Так-с. Ну-ка. Ее тоже 10 уходит? Судя по всему, да, ее тоже 10 уходит. Не, или нет? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А, восемь, восемь, не 10, точно, восемь.
Да, только мне теперь вот этой листвы просто обмазаться землей до конца своих дней хватит, наверное. Я утрирую, но тем не менее. Листвы реально дохрена ли он? Not bad. Джордан, перестань, пожалуйста. Для того, чтобы сделать семена, например, земли. Ага. Окей. Да твою мать, эндермен! Какого Не, в принципе, я ему могу-то в щит попробовать дать, суть-то. Так, стоп. С помощью чего я буду в щит ему давать? С помощью рапирки. Эй! Сюда иди. Такс. Есть. Ох, рапирка критовая. Жалко, этот глаз не выкинул свой, зараза. А, я бы мог потерять 39 опыта. Блин, 39 опыта, это жалко. Он у меня все еще кричит или он перестал, мне интересно. Так, ладно. 3, 4, 5, 2. Это в последнюю очередь идет. Так, ножнички, леечко, палочки. Так, ножнички я пока сюда поставлю. Что у нас по поводу лейки еще будет? Так. Оп. 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 Не, блин, с лейкой это на самом деле весьма прикольно получается, серьезно. Все так прикольно вокруг растет, прям. Растения. Not bad. Весьма not bad. Так, я даже две еще посажу вот так вокруг. И вот так вот. Найс. Ладно. Так, тихо. Я забыл, что, по-моему, нельзя... То ли бегать уже можно, а прыгать нельзя. То ли наоборот. Нет, прыгать точно нельзя. Я не помню, можно ли бегать, чтобы у тебя вспаханная земля не стала обычной. Можно ли бегать или нельзя? Так, земелька есть. Оп. Нет, надо больше. Оп. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 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 Кислород. Слишком нужен кислород. Ужас. Какой же я человек. Такс. Если его бить по ногам, то он не будет телепортироваться, да? Прикольно. Интересно, как бы автохаверс... суть в чем? Наверняка автособиралка здесь есть. Либо можно сделать просто, блин, на основе поршней механизм, но это будет жутко дорого. Потому что поршни ты просто так как бы не добываешь здесь, да? Так, земля, 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 земля. Так, еще больше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 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 И больше не хватает. Не хватает еще пяти. Раз, два, три, четыре, пять. Не. Тут, тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Отлично. Так, что я могу вам сказать? Я могу вам сказать, что хочу поубивать еще мобов и, возможно, получить какой-нибудь лут. Хочу лут. Особенно... А, шипы, шипы, шипы. Точно, я же хотел шипастую ферму сделать. Просто... Так. Здесь начинается главный вопрос. Ребят, как мне сделать так, чтобы лут автоматически собирался с земли? То есть, если я просто так поставлю трансфер-нод, вряд ли... Хотя... Коблу он же собирает. Будет ли трансфер-нод втягивать в себя лут с земли или нет? Вот что мне скажите, пожалуйста. Можно поставить трансфер-ноут, в принципе, чтобы он лут автоматически собирал. Вопрос, будет ли это действовать. Или поставить воронку, а из воронки трансфер-ноут. Хотя трансфер-ноут сам по себе является воронкой, поэтому нахрена. Просто под ними сделать трансфер-ноут, который будет лут собирать. Рарный лутбэк.
Железный топор. Обычный лутбэк. Наверное, обычный я все-таки буду собирать, чтобы его потом во что-то превратить, а вот рарный я, пожалуй, открою. Что это? Вау! Железные штаны, какой-то стак-апгрейд. Что за стак-апгрейд? Ender Quality Speed. Что, я не понял... Ну, во-первых, ценная вещь, да, как-то да, как-то очень ценная вещь. Действительно интересно, окей. Штаны себе надели. Воронку поставь. Обычную воронку или трансфер-нод? Вакуум-хупер нужен. Вакуум-хупер и все. Так, можно через воронки в сундуке, а потом из сундуков на базу. Окей. Так, вакуум-хупер. Ну-ка. Так, вакуум-хупер. Вакуум-чест. Вакуум-чест. Нужен кристалл для этого, мем. Так, вакуум-хупер. А, Угу. Ender Pearl Powder или Enderman Essence? Я понял. Видимо, просто воронка, да? Такс. Воронку поставить вот сюда, вот, 3 шута. Либо хоть трансфер-ноут поставить сразу, я даже не знаю. Я действительно хочу поставить сразу трансфер-ноут. Вот правда. С другой стороны, если там будет воронка, они не будут умирать. Они будут... Хотя не, они не встают на нее никогда. Только если дети. Пробовать надо. Надо реально все пробовать. Сними с кобл трансфер ноду и проверь. В принципе, можно, да, действительно, просто снять, проверить. Но понимаешь, в чем фишка? Блин, мне придется сейчас под пол опять копаться. То есть мне придется снова делать подземный уровень. Чего я, естественно, делать, ну, вы знаете, не очень люблю. Так, окей, а где моя магическая палочка? Сейчас. Шлеп, так. Ать. Оп. Не так уж и много земли осталось. Осталось 9 и еще 6. 15 земли осталось мне сделать. Так, с 15 земельки. Not bad. Порох сюда иди. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот. Такс, окей же. Трансфер ноду снять. Для этого мне нужно этаж делать целый себе. Для этого мне снова нужно... Я не хотел этого! Не надо! Не надо! Ни к чему! Уйди! Уйди! Слишком много коблы! Не надо! Хватит! Горшочек, перестань! Я готов был охренеть! Вот прям сейчас! Просто поставь нот, накидай сверху вещей и проверь. А, логично! Спасибо, вот это хорошая действительно идея. Причем я нот могу даже вот просто отсюда взять на самом-то деле. Да. Так. Так. Допустим, так надо еще повыше сделаться. Допустим, мы ставим нот здесь. Блин, он ставится на камень, походу. То есть, не знаю, если я вот так поставлю. Нет, он ставится именно на камень. Стоп, допустим так. Так, после чего мне нужна пайпуха и сундук проверить. Так, пайп, сундук. Вот он. Ну-ка, допустим, пайп сюда, сюда. А здесь сундук будет. Нет, вот тут сундук будет. Так, ну и допустим, собирает или не собирает? Нет. Не собирает.
Трансферноут не хочет собирать вещи сам по себе. Однако, если я к этому трансферноуду приставлю воронку, например... А где воронка? Только что тут была. Я в другое место, что ли, куда-то внес? Видимо. Так, воронка нет. Воронка вот здесь вот должна быть тогда. Да, вот здесь воронка. Взял, сказал я и взял ножницы. Я, блин, вообще ни разу не косой. Так-с. Вот если накидать воронкой, тогда можно. Вот такую хрень надо сделать. Может стоить попросить сделать нормальную площадку, где можно будет все разместить, дом, печи, большие огороды, и тогда, чтобы не бегать туда-сюда, бояться упасть не будешь. Не, Ферри, мне нравится именно вот так вот по маленьким площадочкам делать, не знаю почему. Просто очень нравятся вот такие вот маленькие площадочки, переходные. Блин, это так мило, ты делаешь свои острова счастья и любви. Не знаю, просто прикольно по островам вот так бегать. Так-с. Странно, что она не взяла. Та-дам! Так, нет, почти та-дам. Вот! Кстати говоря, земля сразу стала вспаханной, что интересно, да? И, кстати, мне не надо столько земли, мне всегда надо еще воду проводить, точно. Мне вот здесь нужна вода. Мям, потерял. И вот здесь вот нужна вода. Не потерял. Не упал. Так, секундочку. Мя. Так, сюда землю. Хорошо. Теперь туда надо воды пронести. Для этого нужно ведро с водой. Спасибо. Тихо, не бежать. Так, сюда вода есть. Так, всем здорово, Аланир. А это вообще нормально, что все и везде раскидано? Да, вполне. Это вообще нормально начинать на одном блоке земли с деревом и все? Нет. Но это Майнкрафт. Так, собрал. Кстати говоря, по поводу собрал сюда. Так, теперь мне нужно больше еды. Больше еды, богу еды. Так. И сейчас мне надо будет придумать, как мне там вот прокопаться настолько, чтобы вот... Так, стоп, интересно. А будет ли работать это несколько наоборот? То есть, если я сделаю вот так. То есть, сначала я хочу сделать трубу. Потом я хочу сделать трансфер пай. Так. Будет ли вот это так работать? Нет. Значит, обязательно после воронки поставить трансфер... Ой, трансфер ноут. Не трансфер пайп, трансфер ноут, да. После воронки обязательно поставить трансфер ноут. Мне надо еще две воронки, еще два трансфер ноута тогда. Одного трансфер ноута. Я просто думал одним обойтись, одним нельзя обойтись. У меня же весь лут будет собираться не только здесь, у меня весь лут будет собираться в три точки, а не в одну, так ведь? Если я только не сделаю здесь полноценные блоки воды, чтобы они в центр сливались. Но тогда будет бесконечный блок воды, он тогда течение не будет образовываться вообще. С другой стороны, сюда можно провести еще разок, чтобы это все сливалось, сделать так. И вот здесь вот уже поставить воронку, то есть сделать полноценную... Не, ну в принципе можно сделать так, чтобы все в одну сливалось, правильно ведь? Либо забить на это дело. Тоже вариант. Все равно все эти острова срастутся и будет один большой в итоге. Нет. Ну, по сути, да, но нет. Поставь воронку под мобами, а на воронку сбоку трансфер ноут. Это одна будет воронка, понимаешь? А здесь же три, как бы, вот, ширина в три, да, то есть мне надо собирать-то так. Шаг, два других подведи, которая будет в центре.
Две других воронки подвести к воронке, которая будет... Давай так, для начала мне понадобится еще больше воронок, да? Так, нет, как мне ее сделать? Пять железа и одно... Один сундук. Сейчас, как минимум, еще две воронки мне понадобятся. Так ведь? Да, кстати, трансфер ноут надо на место вернуть, когда. А то чё это я? Оп, вот. Так, иди сюда, железо. Одно железо я здесь оставлю. Так, раз, два, три, четыре. И два сундука. Так, еще две воронки. Отлично. Так, теперь, можно ли сделать воронку, которая будет подводиться к одной воронке в итоге? Шо, будем проверять. Так, то бишь, допустим, у меня здесь есть... сейчас. Оп. Допустим, у меня вот здесь вот две воронки будут, да? А по центру внизу будет еще одна. Я должен их трубами соединить или как? Нет, трубами они не хотят соединяться, видите? Они просто не соединяются. Как сделать так, чтобы эти воронки были направлены в центр, если уж на то пошло? Ты шаг левую и правую направляешь в центральную воронку, и на центральную воронку направляешь в сундук. Который будет стоять прямо под забором. Будет удобно забирать вещи. Левую и правую направляешь в центральную, а центральную направляешь в сундук. Поставь сначала по центру, а две поставь на нее. Так. Поставить сначала по центру, а две поставить на нее. Стоп. Ща. Мем. Такс. Мем. Так, что ли? Так, окей же. А сбоку? Она же сбоку не будет ставиться, правильно? Не настолько сбоку. Она просто не хочет направляться именно. Не, ну а как? Серьезно. Она может в бок направляться, окей. А, вот она в бок как раз и направляется, да, получается? Ща я попробую. Ну-ка. Да, в итоге она в бок направляется. Угу. То есть мне понадобится три воронки на всего один ноут, да? То есть я эти воронки направляю друг в друга. То есть вот так вот. И один ноут собирает отсюда все. Вот как. Ферри, не пиши, пожалуйста, красным шрифтом. Немного неприятно читать. Шаг воронки. Да, правильно, правильно. Вот, окей. Ха. Так, во-первых, мне нужен будет сейчас еще один трансфер ноут. Так, трансфер ноут. Так, где иди? Иди сюда. Трансфер ноут. Ох, у меня же нет столько Редстоуна. Ёшкин дрын. У меня нет столько рационов для еще одного трансфер-ноуда. Не, ну в принципе я могу отсюда его пока что снимать, конечно. Мне каблы, например, столько уже не надо, да? У меня полный сундук этого коблстоуна. Допустим, пока я с коблстоуна сниму трансфер-ноуд. Так, сейчас мы вот это вот самое будем делать только уже там. Окей. Так. Значит, как это сделать теперь здесь по-русски? А потом же мне еще шипы надо будет делать. Ну, это чуть позже будет. Так. Сначала надо ведро с водой и спускаться отсюда нафиг. Так. Шлеп. Шлеп. Так. И сейчас мне нужны будут блоки. Оп. Так. Где? Ну, допустим, вот здесь вот я начну, да? Оп. Оп. Так, есть площадочка. Так, собственно, чтобы чисто строить удобно было, я себе небольшую площадочку такую забабахаю. Так, волшебная палочка. Сюда иди. Шлеп. Шлеп. Так. Господи, сколько воды у меня здесь спускается. Особенно вот эта вода мне нравится. Просто из ниоткуда в никуда. Вот откуда эндермены берутся, твою налево. Они внизу респаются. Они внизу респаются у моих макил. И приходят ко мне наверх. Вот откуда эндермен долбанный. Фэр.
Эндермен, Эндермен, where are you going, Эндермен? Да? Такс. И вот так. Отлично. Так, площадка готова. В принципе, осветили ее. Именем Отца и Сына и Святого Духа осветить. И можно даже вот так вот сделать. А, ну да, сделал так. Хотя, блин, она очень классно разлилась, на самом деле. Очень мило, я бы даже сказал. Так, хорошо. Так, детятки мне здесь точно не нужны. Пошел отсюда. Так, теперь бы в сундук бы это бы все бы сливать бы. Причем сундук нужен, понимаете? Вот я про что спрашивал. Мне нужен очень... Блин, опыт, хватит вокруг меня вертеться, ё-моё. Мне нужен очень-очень-очень большой сундук. То есть вы видите, как быстро я этот сундук заполнил. А лута будет еще больше. Как мне построить еще больше сундук? Кто мне скажет? Так, и вот сейчас вот здесь вот я должен ставить воронки так, чтобы мобы в нее еще не улетали. Возможно, мне надо сначала всех переубивать. Чуть-чуть. Оу, я тыквенную шапку открыл себе. Забавно. Так, нот можно сбоку поставить. Тоже верно. Ну, понимаешь, сбоку. Мне все равно надо вставить нот к центральной этой, к центральной воронке, да? Так, с воронка. Стоп, стоп. Так, воронка раз, воронка до вас. Мям. Воронка до вас. Мя! Тихо, 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 тихо. Воронка трис. Такс. Воронки есть, воронки соединились, отлично. Так, теперь из центральной воронки мне надо поставить нод. Блин, из центральной, я сказал, воронки надо поставить нод. Нет, 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 нет! Сраная вода. Вот тебе, пожалуйста, поспешил, не поставил себе лестницу, оставил воду. Сраная вода. Зашибись, я нод потерял просто так. Охеренно просто, вот. Так, вообще шикарно сделал. Это на фоне обиды. Это прям вот прям... Это прям совсем не очень. Так, ладно, ладно. Редстоуна я себе еще накопаю. Сраная вода. Оу. Не понял. Вода, ты что, охренела, что ли? Вали отсюда. И так уже кровушку попортила. Так, хорошо. Теперь мне бы надо сделать проход наверх. Вот здесь вот, наверное, где-то. Если представлять, да. А что там с шипами? Шипы из железа будут сейчас делаться. Из непосредственно железок. Так что с шипами, в принципе, проблем не должно быть. Сейчас посмотрим, что с ними. Вот, я опять пропустил самое интересное. Да не, ничего-то не пропустил, поверь. Так, вот, трансфер нод. Плюс отсюда должны выходить трубы, да? Из трансфера нода должна выходить труба, которая должна идти вот... Я даже не знаю, куда труба должна идти. Да можно прямо здесь сундуки ставить-то. Суть не меняет. Серьезно. То есть хоть прямо здесь вот так сундук ставить. А вот как сделать, чтобы с одного сундука в другой сундук, третий сундук, четвертый сундук, это другой вопрос. Так, есть. Теперь осталось шипы там поставить, да? И посмотрим, будет ли это вообще работать. То есть, не будут ли мобы обходить просто по воде шипы и все. Будут ли они урон получать? Так, ты хочешь, чтобы ресурсы переносились в центр карты, или чтобы они отправились туда же, где и сейчас лежат? Я пока что хочу, чтобы это просто работало. А потом, насчет транспортировки к карте, ну, к месту положению какому-нибудь отдельному, да, это уже все будет потом. Потом посмотрим. Сейчас я хочу, чтобы ресурсы просто... Ну, то есть, чтобы убийство работало. Так. Как это будет-то, ё-моё? Сегодня только помнил, как это будет в шипах. Спайк. Iron Spike. Вот. То есть, видишь, сколько мне железа надо? Но на 4 сразу. То бишь, мне нужно... Что? Мне нужен железный блок. Мне нужны 3 железных меча. Раз, два, три. Раз, два, три. И мне нужны просто блоки железа. И мы делаем, собственно, Iron Spikes. Ать. Так, блок железа, три железа.
3 меча железа. Отлично. Так, теперь вопрос. Будет это работать или не будет это работать? Хм. Неплохо работает, я вам скажу. Интересно, а лут на них... Оу. Допустим. И лут сплавляется. Вы посмотрите. Серьезно? Такс. Ну-ка. Да, в натуре. Они все равно на эти шипы течением как бы... сплавляются. Вопрос, на шипах лут не теряется или теряется? Вот в чем вопрос. Не, не теряется. Не теряется, вот у меня спокойно сейчас порох по шипам проехался. Такс. Даже дети не могут пройти, на самом деле, через шипы, что меня не радует больше всего. Ну-ка. Да. Вполне себе, они должны сейчас пройти вниз. Вот! Хе-хей! Автоматизировано! Не кровать! Отлично! Просто великолепно! Я доволен. Весьма-весьма доволен. У меня здесь, правда, разнообразного лута, просто завались. Возможно, это даже... Блин, у меня почти два стака этих... костей. Жуть. Чё, у меня есть два стака костей, это еще больше жуть. Ну да ладно, пускай тогда самоумирают пока что. Вот написал Жак, левую и правую направляешь в центральную воронку, а центральную направляешь в сундук, который будет стоять прямо под забором. Будет удобно собирать вещи. Да я видел, только я хочу левее, не прямо под сундук, а левее сделать. Ну просто хочется мне так. Хотя может быть действительно, что за сервер? Мой личный сервер. Возможно действительно можно было просто воронку в сундук поставить, типа и не париться совсем. Если мне понадобится трансфернот, я его уберу. Вот и все. Все уходит в хопперы? Стоп. Они что, не того самого не соединили что ли? Они же соединены, вот. Нормально все, они соединены между собой все. И все тут же в сундук уходит. Я только не знаю, то лута меньше что ли, вот это я понять не могу. То есть кости-то падают, это все падает, но такое чувство, как будто лут меньше что-то. Либо я убивал больше гораздо мобов. Ну то есть одновременно, ладно, надо просто подождать. То есть пока я буду от них далеко, они будут респаться, они будут самоубиваться. Они будут мне что-нибудь доприносить. Осталось только посмотреть, что это будет и когда это случится. Так, спайп. А, ну ко мне даже, вот, видите, чисто в меня сейчас некоторые вещи легли. То есть просто потому, что я близко был, они сразу в меня всосались. Блин, надо туда идти обратно их распределять. Так, мозги, стрелы, эссенция, это все, да? Да. Окей. А вот что с опытом делать? Опыт, наверное, все-таки будут пропадать, да? То есть опыта никакого не будет. Опыт надо будет как-нибудь потом собирать, что ли, я даже не знаю. Так. Оп. Найс. Теперь трансфер пайп сюда идут. Дерево, 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 дерево. Железный топор что-то мне здесь делать, я не знаю, что. Ну, я его выбил, я понимаю, но... Нахрена он нужен, блин? Такс. У тебя добыча 2 на мече просто. Логично. Ну ладно, подождем, посмотрим, что у нас будет, собственно. Просто реально подождем, мне не суть важно сейчас. Мне бы еще один трансфер ноут сделать, а то еще и два, но для этого мне как бы надо... Да хрена ли он этого редстоуна? А у меня редстоуна нет. Кстати говоря, из чего редстоун добывается? Ну-ка. Редстоун... Тун-тун-тун-тун-тун. Даст. Из пыли, кстати говоря. Да пф. Просто пф. Автокомпрессор я пока что ставить не буду, да? Пыльку... А, ну у меня вот пыли полно. Так, компресс пыл. Возможно, повезет, и сейчас я редстоуна получу. Блин, мне его надо до хрена, на самом деле. Мне его надо 9 плюс 4. Мне его надо 13 штук.
Даже если мне очень сильно повезет, вряд ли я получу 13 штук редстоуна. Зато костяной мука, да. Угу. Нет, 3 штуки редстоуна уже получил. Ну ладно, неплохо. Все не так уж плохо. В принципе. Вот надо будет потом поставить автосейлку примерно с таким же трансферноудом, да? Вопрос, где бы добыть редстоун так, чтобы вот прям вот совсем добывать? То есть, чтобы, ну вот совсем добывать, блин. Короче, чтобы редстоуна было просто попой кушай. Чтоб понятно было, да? Где вот столько редстоуна достать? Так, кстати говоря, здесь уже можно тыкву арбузы сажать. My god, is that amazing? Спасибо за follow! Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три. Отлично, тыква, арбузы тоже будут расти. Not bad. Такс. Оп, мям. Угу, надо больше камушка добавить. Так непривычно, что камень здесь будет заканчиваться в итоге. Но я думаю, к тому времени, как этот камень будет заканчиваться, я все-таки трансфер ноут еще один себе построю. Такс. Ну что ж, not bad, ребят. Весьма-весьма not bad день получился. Так, надо сейчас прочекать. Чё там да как там. Такс. Не, нормально добывается. Вполне себе. Работает автокилл. Работает прекрасно эта система. Я думаю, я на этом буду заканчивать сейчас. Собственно, ребятки. Весьма неплохо, очень неплохо сегодня помастерили всякого. И смелтеры я построил. И лавы больше, и животные начали размножаться. И эту, кстати говоря, эту шнягу мы тоже сделали автоматической. Автоматикли. А, я не апгрейднул еще оружие. Играл ли ты в Факторио? Я видел ее, мне она не очень понравилась. Таункрафт здесь еще не близко? Да, Джеб. Здесь действительно до Таункрафта мне еще далеко. Прежде шаг, у тебя же все было из дерева? Да, было. Опыт выпадает только золотых или алмазных шипов. Угу, понятно. Что за песня Follow? OMFG-Hello. Всем пока. Давай, Садос. И бордель нужно строить. Бей-бей-бей. Лишь бы бордель построить, честное слово. Так, вот это вот... Make a Tinker's Construct Smelter... Так, это сделал. Все. Апгрейд и лишний слой. Я могу даже поставить, потому что иногда... Ну, некоторые лишние слои я сделал под землей. Но мне надо апгрейднуться. И дальше, собственно, вот. Watering can... Стоп. Farming cage. Watering can я же сделал как раз. Вот и... Watering can... Блин, я, оказывается, просто не вовремя. Вот, watering can... several crops, да. Craft a minico seed, да. Make a matak from tink... Нет. Tinker's... Блин, мне надо эту мотыгу надо было сделать из Tinker's Construct, точно. Start a food farm and a minico farm, да. Use a spring to water farm. Does not work on magical crops. Окей, craft an iron seed, craft a diamond seed. Use grow to speed up grow pulsers. Craft Zivico Infused Armor. Окей. Age of Exploration. Fly. Ладно. Оказывается, я даже уже в Farming Cage зашел немножко. Забавно. Ладно. В общем, остальным мы будем заниматься. Скорее всего, я сделаю в пятницу. Еще, то есть в пятницу с утреца с 12. Я сделаю еще пару часиков майна, да? Вот. А на сегодня... Ребят, кто новенький, да? У меня в пятницу... Будет пару часов майна, а во вторник у меня именно исключительно целый день Майнкрафта. Вот. У меня овца исчезла. Не, не исчезла, нормально. Вот. А на этом я на сегодня, пожалуй, закончу. Вот. Спасибо большое всем, что были. Спасибо за фоллоу. И увидимся с вами завтра. Завтра я не знаю, с чего я буду. Завтра я точно хочу поиграть в Ганджон. Что будет помимо Ганджона, не знаю. Скорее всего, в Тейлк с самого начала еще будет, да. В FTL-ку надо будет полетать. Потом будет Ганджин, а потом посмотрим. Такие пирожки. Вот, а на сегодня все, ребят. Спасибо, что были. Всем пока-пока.